Я всех приветствую на своем канале. Сегодня я снова в магазине Fix Price. Сегодня 30 апреля. Давайте вместе посмотрим, какие есть новиночки в нашем магазине. Это город семей. Все цены указываю в тенге. Поступили вот такие симпатичные овальные корзиночки с двумя ручками, ажурные. Расцветочки есть в ассортименте. Размер примерно 20 сантиметров на 12-15. Цена 549 тенге. Поступили вот такие органайзеры для холодильника. Размер такого органайзера 32 на 16 сантиметров. Есть две удобные ручки. Цена такого органайзера 1299 тенге. Также поступили в продажу вот такие небольшие корзиночки. Здесь у нас 4 секции. Размер такой корзинки 23,5 на 10 сантиметров. Есть в белом и в черном цвете. Цена 549 тенге. Вакуумные пакеты с клапаном. Размер такого пакета 50 на 60 сантиметров. Цена 439 тенге. Есть вот такие чехлы для одежды. 60 на 90, цена 439 тенге. Есть вакуумные пакеты с ароматом лаванды. 50 на 70. Цена по карточке 467 тенге. Также еще одна новинка. Вот такая панель настенная. Она в рулоне. Размер такой панели 200 сантиметров на 50 сантиметров. Состав спиненный полиэтилен и ПВХ. Расцветочки есть в ассортименте. Вот есть желтенькие, коричневые, крапинку. Цена 1299 тенге. Еще одна симпатичная новинка. Вот такой светильник, ночник светодиодный в форме зайчика. Здесь у нас световой поток 50 люменов. Срок службы светодиодов 50 тысяч часов. Работает от 3 батареек. Батарейки в комплект не входят. Цена 1899 тенге. Продажа вот такой молоток для мяса из нержавеющей стали. Довольно-таки увесистый. Длина примерно сантиметров 30. Цена такого молотка 1599 тенге. А также вот такая интересная новиночка. Щетка для мытья посуды, скорее всего. Но можно мыть, наверное, что угодно. Состав бамбук и полипропилен. Цена такой щетки 549 тенге. Они есть в разных расцветочках. Симпатичные щеточки. Еще одна новиночка. Это вот такая скатерть. Размер скатерти 120 на 150 сантиметров. Материал поливинилхлорид. Есть вот в таком желтоватом оттенке. Можно сказать, молочный цвет. И есть чисто белые скатерти. Они ажурные, довольно-таки красивые. Цена 1599 тенге. Поступили вот такие органайзеры для хранения пакетов. Материал полипропилен. Довольно-таки большой. Размер 14,5 на 27,5 сантиметров. Удобная вещь для хранения пакетов. Можно расположить на внутренней стороне кухонного шкафчика. Есть в черном цвете и есть еще в белом цвете. Цена 733 тенге. Поступили вот такие симпатичные подставки под ложку. Состав бамбук, диаметр примерно сантиметров 12-13. Есть с разными надписями, с разными рисуночками. Цена 799 тенге. Такой контейнер для яиц. Размеры его 32,7 сантиметров на 11,5. Рассчитан он на 12 яиц. Цена такого контейнера 1099 тенге. Продажи вот такие перчатки кухонные.
силиконовая, довольно-таки большая, плотный силикон. Цена такой перчатки 799 тенге. Яркие, симпатичные. Поступили в продажу вот такие стаканы. Стакан с трубочкой, материал полистирол. Объем такого стакана 650 миллилитров. Расцветочки есть разные, симпатичная. Такая красивая в малиновом цвете. Мятный цвет. Есть еще черный. Цена такого стакана 1299 тенге. Продажи вот такие кружки из боросиликатного стекла. Объем такой кружки 430 миллилитров. Очень удобная, очень легкая. Цена 999 тенге. А также появилась вот такая новинка. Это термобокал. Объем 220 миллилитров. Очень интересная форма. Цена 833 тенге. Вот такие стаканы. Состав кальция, натрий, силикатное стекло. Вместимость 315 миллилитров. Назначение для холодной воды и напитков. Очень симпатичный стаканчик. Цену, к сожалению, не нашла. Еще один интересный стаканчик. Такой красивый, радужный. Весь переливается. Состав стекло. Объем стакана 410 миллилитров. Цена такого стакана 533 тенге. Очень симпатичный стакан. Еще один интересный товар. Поступили в продажу вот такие малюсенькие стопочки. Объем 50 миллилитров. Давно не видела такого товара. Давно не видела таких стопочек. Состав стекло. Похоже на граненые стаканчики, только в уменьшенном виде. Цена 108 тенге штука. Продажи вот такие салатники симпатичные. Салатник называется папийон. Объем 120 миллилитров. Состав кальций, натрий, силикатное стекло. 224 тенге. А также есть в продаже вот такие соусницы из опалого стекла. Объем 140 миллилитров. Цена 274 тенге. Еще один симпатичный салатник называется марбл. Диаметр 12 сантиметров. Такой небольшой, с симпатичным рисунком. Состав стекло. Цена такого салатника 399 тенге. Очень легкий. Продажи вот такие жестяные коробочки. Объем такой коробочки 2 литра. Очень разные. Симпатичные рисунки. Есть вот с такими зайчиками. Есть такие. Есть вот такой расцветочки. Удобная крышка, плотно закрывается. Цена такой же жестяной баночки 1299 тенге. Можно хранить печенье, какие-то сладости. Продажи баночки для хранения. Объем такой баночки 1 литр. Состав боросиликатное стекло и крышка, пробка. Очень удобные баночки. Цена не указана. Поступило очень много разделочных досок разных размеров. Состав бамбук. Есть 28 на 18 сантиметров. Есть вот такие малюточки 28 на 12 сантиметров. Цена 449 тенге. Состав бамбук. В продаже есть вот такие подносы. Размер такого подноса 40,5 на 31 сантиметр. Состав полипропилен. Есть разные симпатичные расцветочки. Цена 799 тенге. Подносы сервировочные. Размер 24 на 26 сантиметров. Состав бамбук. Цена подноса 1899 тенге. Такие ящики для хранения. Материал полипропилен. Ящики
с крышечкой. Крышка прозрачного цвета. Объем такого ящика 2 литра. Размеры 19,5 сантиметров на 15 сантиметров. Цена такого ящика 549 тенге. В продаже вот такая щетка для пыли с телескопической ручки. Люкс. Состав полиэстер, полипропилен, нержавеющая сталь. Цена 1599 тенге. Такие симпатичные преддверные коврики. Смотрите, какая красота. Даже жалко стелить перед дверью. Состав полиэстер, ПВХ. Размер 45 на 70. Цена 1899 тенге. Расцветки есть в ассортименте. Есть однотонные, есть с надписями, есть вот такие с лавандой. Очень симпатичные. Вот такие органайзеры для аксессуаров и косметики с делениями. И вот такие деления, они неровные, по косой сделаны. Прозрачный полипропилен. Цена 1299 тенге. Размер примерно 15 сантиметров. Поступил вот такой карнавальный набор. В набор входит юбочка, ободок и палочка. Состав ПВХ и полиэстер. Юбочки есть разного цвета. Такие синие красивого цвета. Цена 1599 тенге. Вновь в продажу поступили вот такие декоративные фигурки лаванда. Я их брала в прошлом году. Очень симпатичные. Цвета есть разные. Цена 1099 тенге. До сих пор в продаже вот такая фигурка-подставка. Материал тоже полирезин. Это подставка для каких-то мелочей, для ключей. Есть вот такие медвежата. И есть еще кролики с сердечком. Цена такой подставки 1299 тенге. В продаже вот такой набор отверток. Состав углеродистая сталь, полипропилен, микропластичная резина. Здесь 6 разных отверточек такой хорошенькой сумочки. Цена такого набора 1899 тенге. Вот такие наборы шариковых ручек с зеркалом. С разным рисунком. Состав АБС, пластик, полистирол, ПВХ. Цена этих двух ручек 449 тенге. Поступило очень много тетрадей школьных. Есть в клеточку, есть в линеечку на 12 листов. Цена 44 тенге одной тетрадки. А также поступили вот такие тетрадочки с разным рисунком. Здесь 18 листов, цена 91 тенге. Есть вот такие симпатичные алюминиевые вешалки 41 сантиметр. Есть черные, серебристые, золотые и в красном цвете. Цена 549 тенге. Они довольно-таки легкие. Такой игровой детский набор боулинг. Материал полипропилен. Цена 1599 тенге для активного отдыха детей. В игрушечном отделе поступили вот такие коллекционные игрушки. Фигурка животных. Есть драконы, зайчики, тигры, медведи. Очень разные симпатичные игрушки. Производитель Китай. Состав ПВХ. Цену не нашла. Еще одна интересная игрушка в игрушечном отделе. Вот такое яйцо с игрушкой. Это яйцо нужно поместить в воду, и яйцо начнет трескаться. Из него появится какая-то игрушка. Стоимость такой игрушки 999 тенге. Еще одна новиночка. Средство для мытья посуды «Цитрус». Объем здесь 400 мл. Цена 495 тенге по карте. Без карты 549 тенге.
появились вот такие интересные чистящие средства. Есть для кухни антижир, для кухни антинагар, антиизвесть, мятный лайм, антиизвесть, спелая вишня. Есть для стирки ковров и мягкой мебели. Объем такого средства 500 мл. Цена у всех одинаковая, 649 тенге. На этом у меня все. Я постаралась показать вам все самые интересные новинки из магазина Fix Price. И по традиции хочу, конечно же, показать сегодняшние покупки из магазина Fix Price. Их сегодня было довольно-таки много. В основном это бытовая химия и средства для ухода за телом и лицом. Это товары, которые я покупаю в основном раз в месяц, но иногда бывает даже чаще, потому что этими товарами пользуемся каждый день. Мое внимание привлек вот такой парфюмированный гель для душа. Вижу я это в Fix Price в первый раз. Производитель Россия, город Казань. Парфюмированный гель для душа Sunny Exotic. Здесь у нас аромат манго и кокоса. Вот такая красочная бутылочка, большой объем, симпатичным попугайчиком и яркими экзотическими цветами. Запах очень приятный и гель довольно-таки густой. Надеюсь, понравится. Стоимость такого геля для душа 1099 тенге. 1099 тенге – это приблизительно где-то 200-210 российских рублей. Может быть, чуть-чуть больше. Дальше еще одна новинка – крем-мыло, жидкое мыло для рук. Манго-маракуйя микс. Объем здесь 500 грамм. Стоимость такого мыла 533 тенге. Это чуть больше 100 российских рублей. Что касается этого средства для мытья посуды, АОС, это все знают, это беру постоянно. Стоимость в Fix Price очень приятная, 449 тенге. Этот крем, крем Сив, я беру тоже постоянно. Я чищу им свою стеклокерамическую плиту. Цена на этот раз была чуть-чуть ниже, 850 тенге. Обычно он продается по 999 тенге, сегодня была цена чуть-чуть ниже обычной. Далее купила в первый раз тоже вот такие тряпочки в рулоне из микрофибры. Это новинка, я их раньше не видела в продаже. Я всегда покупала другие тряпочки, в этот раз решила приобрести вот такую новинку. Их здесь 40 штук и размер 20 на 20 сантиметров. Стоимость такой упаковки 1599 тенге. Еще один товар, который я сегодня приобрела, тоже который нужен каждый день, это влажные антибактериальные салфетки. Их здесь 20 штучек. Цена невысокая, 162 тенге. Ну и как же обойтись без вот таких полотенцев бумажных? Полотенца бумажные использую много, часто на кухне. Обошлось мне 641 тенге. Стоит тоже чуть-чуть дороже. По карточке обошлось чуть дешевле. Еще две покупки, которые беру тоже постоянно. Практически раз в месяц беру вот такие батарейки. Батарейки солевые, мизинчиковые и пальчиковые. Это расходный материал, используется очень много. Это шампунь Palmolive Naturel. Здесь объем 450 мл. Шампунь классный, мне нравится, беру постоянно. Блеск и забота, гранат для всех типов волос. Шампунь очень хороший, цена 1300 тенге. Также приобрела вот такой ополаскиватель для полости рта. Тоже беру его постоянно. Беру то в розовом цвете, то вот зелененький. Розовый немножко приторный, зеленый нам понравился. Мы его уже попробовали. Купила еще вот такой ополаскиватель для полости рта. Теперь уже взяла в голубом цвете. Ну, цена его, по-моему, 549 тенге, но у меня были бонусы. Мне обошлось чуть-чуть дешевле. Ну и вот эта покупка, которая мне очень понравилась. Я долго на нее смотрела, думала, брать ее, не брать. И, наконец, ее решила все-таки купить. Это Аист, декоративная фигурка Аист. Сейчас пакетик скроем вместе с вами, и я вам покажу этого Аиста. Шикарный Аист. Вообще в Fix Price сейчас огромное количество декоративных фигурок. Есть и зайчики, и грибочки, и домики, и лягушата,
ну что угодно вашей душе. Абсолютно разная красивая декорация. Купила пока одного аиста, но думаю, если не закончится, то куплю еще второго аиста. Это большой аист. Принесла вот сантиметровую ленту, чтобы померить. Вот от начала до конца 24 сантиметра. И в высоту вот сам аист идет почти 18 сантиметров. Но у него есть еще вот такие две ножки. Ножки длинные, и вместе с этими ножками аист будет высотой 60 сантиметров. То есть его будет видно издалека. Материал это полипропилен, насколько я помню, и углеродистая сталь. Аист, вот он, пустотелый. Здесь вот с нижней стороны есть два отверстия для вот этих двух ножек. И здесь есть еще одно отверстие, третье дополнительное. Сюда можно тоже придумать для устойчивости еще третью ножку какую-нибудь такую самостоятельную. Но здесь только две вот такие ножки. Вот размер этих ножек получается 53 сантиметра. Очень высокая конструкция. Аист замечательный. Стоимость этого аиста 1599 тенге. Однозначно советую покупки. Еще приобрела вот такой набор шариковых ручек с зеркалом. Полагаю так, что зеркало находится здесь, вот в данном месте. Но вскрывать не буду, это подарок для внучки. Две ручки мне обошлись чуть дешевле, чем стоят. Обошлись они мне в 393 тенге. Стоит, по-моему, чуть-чуть дороже. Ну и раз взяла подарок для внучки, то, естественно, не могла не взять подарок для внука. Взяла вот такую игрушку-робот «Астроид». Выполнена она из полипропилена. Я думаю, он будет рад. Я ему постоянно покупаю машинки в фикс-прайсе. В этот раз я ему решила взять вот такого робота. Обошелся мне этот робот 445 тенге. Стоит, по-моему, чуть-чуть дороже. Использовала я, еще раз говорю, бонусы. Ну и из вкусняшек я редко беру продукты в магазине Fix Price, а в этот раз решила взять вот такие конфетки тоже для своих внуков. Они любят их очень, им нравится, поэтому тоже приобрела вот два набора таких дрожжей. Обошлись они мне по 270 тенге. Они, по-моему, приблизительно так и стоят. Стоят они, по-моему, 274 тенге. Чуть-чуть обошлись дешевле с использованием моих бонусов. Вот такие покупки были у меня сегодня в магазине Fix Price. Как видите, их было много. В основном это были, конечно же, покупки для дома и кое-что для детей. Всем желаю добра, здоровья, позитива. Берегите себя. Всем пока-пока.